iPhone 3G. Замена нижнего шлейфа с акустическим блоком. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Акустический блок подлежит замене при выходе из строя полифонического динамика или микрофона. Микрофон выходит из строя чаще всего при попадании влаги внутрь аппарата. Полифонический динамик может выйти из строя при использовании мелодий с завышенной громкостью. Откручиваем три винта, удерживающие акустический блок со шлейфом, и извлекаем его из корпуса. Новый акустический блок с нижним шлейфом устанавливаем на место и фиксируем винтами. Все, нижний шлейф с акустическим блоком заменен.